Друзья, я уверен, что каждый из вас хотел бы быть здоровым, успешным и, как говорится, имел хорошее качество жизни. Ну, прежде всего я хочу разделить болезни и нездоровье. Болезни есть разные, и многие болезни лечатся врачами. Но есть состояние нездоровья, тогда, когда человеку в его восприятии мира кажется, что все плохо, и плохо у него со здоровьем. Конечно, есть такие люди, которых можно назвать ипохондриками, для которых как бы мнимое нездоровье, у него все нормально, но вот он себя чувствует, здесь покалывает, здесь у него ломит. Но это проверяется, и, как говорится, у него это нет, но это состояние ипохондрии лечится отдельно. Я же сейчас говорю о тех психосоматических заболеваниях, которые являются отражением наших убеждений, наших зажимов, проявлений наших зажимов в теле. И вот я хочу открыть для вас новый видеотренинг, так же как видеотренинги на другие темы, но видеотренинг «Быть здоровым – наша цель». Этот большой видеотренинг будет состоять из ряда роликов. Вначале несколько роликов будут как бы вводить вас в понятие психосоматики, где я расскажу, чем занимается психосоматика, что это за наука и почему, когда человек ходит по врачам, и у него, да, мы еще раз подчеркиваю, отличаем мнимого больного, которого ипохондриком называют, мы его лечим в отдельной истории, а вот у него есть заболевание. Он ходит по врачам, врачи прописывают таблетки, какие-то назначают процедуры. Симптомы вроде снимаются, но здоровье переходит в хроническую фазу и всегда мучает этого человека. И вот здесь проблема-то заключается не в физиологической части проблемы с его здоровьем, там того или иного органа, сердце, давление, желудка, позвоночника, а в его психологических зажимах, в его психологических проблемах. И если лечить вот комплексно, а вы послушаете в первых роликах, что такое психосоматика и как она помогает избавляться вот от этих, как бы откуда ноги растут, этих болезней, вот тогда-то и вы почувствуете в комплексе с лечением медиков традиционной медицины, с психосоматическими упражнениями, не то что облегчение, а излечивание, полное излечивание. Потому что ряд таких заболеваний, как сахарный диабет, рак, не говоря уже о язве желудка или сердечно-сосудистых заболеваниях, в комплексе дает результаты практически на полное исцеление. Вы скажете, Юрий Николаевич, это какие-нибудь чудеса, типа возлюби болезнь свою, занимайся какой-то аурой, кармой и всего прочего. Увы, нет. Это научная психология, носит название психосоматика. Вот послушайте в следующих роликах этого фильма, что я о ней расскажу. Поэтому я презентую вот этот большой фильм, который состоит из вступительной части, где я рассказываю, что такое психосоматика, как она проявляется в наших органах, как накладывает
печать не только стресса или депрессии, но и на изменение функционирования этого конкретного органа, который накладывает ряд заболеваний и на сердечно-сосудистую систему, и на желудок, на суставы, на позвоночник, на какие-то кожные проявления. Вообще этих заболеваний много, и я буду говорить о них конкретно. Поэтому я хочу рассказать о структуре этого фильма. Это вступительная часть, которая будет выложена бесплатно, как вступительная часть о психосоматике. Вы посмотрите ее, как-то переварите и подумайте, а не связано ли это с вашими проблемами и заболеваниями. Затем я буду давать ряд комплексов занятий на вашу психосоматику, чтобы вы смогли соединить ваше сознание, вашу психику и реакции в теле. Вот эти симптомы, которые проявляются. Это, как бы можно сказать, некоторая такая физкультура на психосоматику. Это будет два ролика, за которые я возьму совсем условную цену. За два ролика по часу вы мне всего заплатите 1000 рублей. Это общие вступительные упражнения. Они полезны при любых заболеваниях и очень важны как профилактика для вашего здоровья. Но есть у людей, у которых происходит отклонение, влияние вот этих внутренних убеждений, внутренних комплексов, там, чувства вины, обиды, каких-то зажатостей, каких-то нерешенных проблем в детстве. Это фильмы, которые связаны с сердечно-сосудистым заболеванием, с эндокринными проявлениями, с суставами, с желудком. То есть дальше мы будем уже конкретно идти по тем направлениям, в которых возможны ваши проблемы. Поэтому если у человека нету проблем, связанных, например, с суставами, а есть проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой, то он покупает ролики, приобретая их только на сердечно-сосудистую систему. А у кого с позвоночником, достаточно только ролики с позвоночником и не нужно с кишечно-желудочным трактом. И отдельной частью вот этих психосоматических упражнений будут некоторые женские заболевания. И вообще женская психосоматика значительно отличается от мужской. И вот это будет немножечко в стороне для женщин. Для женщин некоторые ролики будут выложены бесплатно, так как вот я к женщинам отношусь с неким пиететом и поклонением, то часть роликов будет для женщин бесплатно. Но все-таки каждый кушать хочет, и мне приходится затрачивать не только свои усилия, но и ряд материальных затрат я несу по поводу выкладывания, съемки этих роликов. Поэтому цена на ролики практически символична, но она вам по результату будет очень полезна. Поэтому, друзья мои, я открываю большой цикл разветвленных роликов на психосоматику, общие понятия, которые будут выложены бесплатно, общая физкультура, условно говоря, где даются и профилактические, и те упражнения, которые необходимы, но просто знать каждому, и конкретное заболевание с конкретными упражнениями на конкретные действия. Вот у меня с 18 лет не все в порядке с
сосудистой системой. Так вот сложилось, передалось по наследству. И, как говорится, отношусь к группе риска инсультных, но вы посмотрите, мне 67 лет полных. Я как не попал в эту трагедию. Хотя родные по материнской линии все уже получили инсульты, умерли. Родная сестра моложе меня тоже получила инсульт, но я ей помог. И сейчас только во время вальса немножко ножка тянет, а получила инсульт дважды, и отнялась и речь, и движение. Сейчас, я говорю, только во время вальса проявляется немножко проблема с ножкой. Но помните, все зависит от вас, если вы будете выполнять мои задания и упражнения. Не я один могу это делать, вы тоже, если будете следовать моим указаниям. А тому примеров, когда психосоматика помогала людям избавляться от трагических вещей, не только как моя сестра Луиза Хей от рака, да много-много перечислять это, наверное, я могу вспомнить на целый час те примеры, когда проблемы ваших заболеваний могли быть преодолены при помощи психосоматики. Но еще раз говорю, что традиционная медицина является обратной стороной медали вот этих двойных усилий и психосоматических занятий, и лечения традиционной медицины. И помните, болезнь свою любить нельзя. Обниматься и целоваться в десна. Мы будем здоровенькими. Помните, здоровье – наша цель.